На конкурс дети читают стихи. Чумаченко Настя, 6 лет, город Таганрог. Колыбельная для мамы. Чернецкая Ирина. Мама долго хлопотала, все дела, дела, дела. Мама за день так устала, на диванчик прилегла. Я ее не буду трогать, только возле постою. Пусть поспит она немного, я ей песенку спою. К маме стану я поближе, очень я ее люблю. Жалко только, что не слышит мама песенку мою.